Так получилось, что торжественная линейка в 43-й школе по случаю открытия спортивного комплекса совпала с Днем Учителя. Поэтому на объединенном празднике виновников торжества было несколько. Гости с условной трибуны поздравляли не только педагогов, но и депутатов, строителей и учеников, ради кого был построен современный объект в очень сжатые сроки. Эта тренажерная площадка изначально проектом была не предусмотрена. У школы появились сэкономленные средства. Деньгами помогли депутаты в рамках наказов избирателей. Идею обсудили с подрядчиком. И в результате в школьном дворе появился вот этот тренажерный комплекс под открытым небом. Теперь в одной части школьного двора – игровая зона, в другой – силовая. Спортивный городок станет доступен всем жителям микрорайона. К этой мечте мы шли очень давно. Сначала у нас был выстроен спортивный зал на средства мецената нашего любимого спонсора Либера Валерия Эдуардовича. И потом это в планах было. И вот в этом году мы наконец вошли в программу «Спорт. Школа. Город». И площадку мы расторговали 29 мая. Летом тендер на строительство выиграла компания из Челябинска, но к работам подрядчик с Урала так и не приступил. Правда, после себя он оставил глубокий котлован, который пришлось засыпать. Он не появился до августа месяца, разрыл нам котлован и пропал. В итоге, тогда, когда мы уже имели полное право понимать и объяснить свою позицию, нам пришлось разорвать этот контракт. В результате контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Строители внесли в реестр недобросовестных. Попытки оспорить это решение оказались безуспешными. Что сумели не выполнить уральские мастера, в реальные короткие сроки исполнил ивановский подрядчик. Кроме основного проекта, по просьбе директора школы, сделали дополнительные работы. Благодаря этому проекту здесь появилась площадка для занятия волейболом, баскетболом, мини-футболом. Хорошее резиновое покрытие, оно атравматичное, и поэтому здесь дети могут спокойно заниматься. Стоимость контракта – порядка 4,5 миллионов рублей. Всего в этом году в областном центре удалось капитально отремонтировать 4 спортзала. С нуля на пришкольных территориях обустроить 9 спортивных площадок под открытым небом. Большая часть средств – из городского бюджета и депутатских наказов. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».